Домой вернусь без телеграммы. Чуток помедлю на крыльце, потом шагну навстречу к маме, переменившейся в лице. Поглажу темные морщины, прильну к ее груди лицом и стану вновь седой мужчина, белоголовым сорванцом. И мама охнет, как от боли, кривя в слезах усталый рот. Как постарел ты, мой Владимир. И понимающе вздохнет, потом спохватится в тревоге. Да что же я вот так стою? Может, голодный ты с дороги? Сейчас борща тебе налью. Натащит мама всякой снеди, присядет с краешка стола и скажет: знать бы, что приедешь. А то ведь вовсе не ждала.